товарищ полковник, участники мастер-класса товарищеской встречи по баскетболу с командой ЦСКА построены. Заместитель начальника кафедры физподготовки полковник. Вольно. Уважаемые товарищи офицеры, уважаемые гости сегодняшнего мастер-класса, двухстороннего товарищеского матча по баскетболу между сборными командами Общевойсковой академии имени Фрунзе и юношеской сборной команды ЦСКА. Пытались показать то, на чем мы работаем в молодежной команде. Вот. И те элементы технические, техника дриблинга, техника передачи. Мы играли против команды полковников практически. Да, конечно, они постарше немножко нас, но тем не менее им было интересно, они так увлеченно работали над теми элементами, которые мы им демонстрировали. Я думаю, что это определенную пользу составило. Ну, во-первых, и общение тоже. Они увидели молодежь нашу, которую мы пестуем в своих стенах. Вот. Ну, вообще, было интересно.